Всем привет! Сегодня у нас суббота, мы будем запускать аварийное оборудование, шлюпки, аварийный дизель-генератор, и мы покажем, как мы это делаем. Вот у меня тут мой ассистент Афанасий. Всем привет! Итак, мы сейчас покажем, что мы делаем. Пойдем. Афанасий будет все комментировать на русском языке, поэтому, думаю, будет нормально. Так. Вот сегодня ем кабель. Я ему на листик записал, чтобы слова, чтобы он не забыл. Он пытается русский выучить. Заходим. Time battery. Yes. Это мы включили батарею. Запускаем. Запускаем. Всем спасибо. Пока. Хохол, пошел нахуй. Так, сейчас мы запустим аварийный дизель-генератор. Сейчас нам электричен все расскажет. Он предназначен для того, чтобы питать наши судно в случае блэкаута, то есть потери питания, а точнее отключения основных трех генераторов. Если они отключаются в автоматическом режиме, аварийный дизель-генератор стартует в пределе 30 секунд. Стартует, потом замыкается на аварийный распределительный щит и запитывает, как уже вы слышали, аварийные потребители, которые вот представлены автоматами на данном щите. Так, как мы его запускаем? Ну, у нас есть два варианта. Либо же с помощью батарей, которые находятся там, ставим позицию local, то есть мануальный старт, и нажимаем старт. Thank you.
позицию Local. Потому что также мы вам хотим показать, как запускать аварийный дизель-генератор в случае отказа батареи или в случае каких-либо проблем с ним. У нас есть гидравлический насос, в котором давление должно быть около 12 бар, 12-13 килограмм. Вообще-то тут 12 мегапаскалей, то есть 120 килограмм. Так, ну у нас в принципе уже все готово. Афанасий, старт генератор. С помощью этого. Это этой ручки. Кнопочки. Сейчас расскажу, и Афанасий продемонстрирует правильно взводить БЗК, быстрозапорные клапана. Инспектор перед тем, как заходить в помещение АДГ, он может дернуть рукоять быстрозапорного клапана. Тем самым она сработает и перекроет подачу топлива. Сейчас Афанасий взведет его. Покажем, как правильно это делать. Афанасий. No. Афанасий, close. First time close. Close. Работал БЗК. Сначала закрываем клапан до конца. Закрыли клапан. Взводим пневматический поршень. Потом открываем клапан полностью. Все, и он открыт уже. Ну, на этом, пожалуй, все. Мы закончим. Что тут можно сказать о генераторе? Трехфазный, 450 вольт. И судовая сеть, как всегда, 60 Гц частотой. 150 киловатт. Все, всем спасибо, всем пока. Ты идешь? Придите к себе, я все равно лайфбот надо заспить. Хохол, заебан. Ну, хохол, сука, река. Река!